Сегодня наша тема оси, 6 глава, 6 стих. Ибо я, это прямая речь Всевышнего, это Он говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы. Боговедения более, нежели всесожжений. Видите, какое заблуждение в наше время, что Богу нужны жертвы. Люди охотно дают жертвы, много жертвуют, и деньги, и машины, там, и все, что и недвижимость. Несут и несут, сейчас на Пасху понесут. Батюшку завалят там этими яйцами крашенными. Не жалко ничего для родной церкви. И думают, что это хорошо. А Бог смотрит на эти жертвы и говорит, когда ж вы уже научитесь? Ну, я не жертва мне нужна. Ну, зачем мне ваши жертвы? Что мне от ваших десятин, что мне от ваших вот этих вот, что вы скрипя зубами там несете в платочке. Я не это, не для этого создал храм свой, не для этого шуа, спасение. Шуа, я вас спас для того, чтобы вы познавали меня, Бога. Боговедение, вот что я хочу. Где, когда вы начнете узнавать меня, Бога своего? Вы несете и несете эти жертвы. Ну хорошо, священникам неплохо, пастора довольны. А отношений нету, с Всевышним отношений нету реально. Вот у вас со мной нет отношений, да? Чтобы завязать отношения, надо мне позвонить. Вот одна женщина там не дозвонилась. Сейчас смотрит. Так обрадует, я вас так давно искала. Неужели я вас нашла? Чем меня искать? Я вот он. Каждый день в 16:00 с вами Рэби Юзик. И вся мишпаха дружная, веселая. А он где? Вот вопрос. Мы-то здесь, да, нас много, 7 миллиардов, 200 миллионов. Пока со всеми познакомишься, уже и вечность наступит. Ну, невозможно со всеми. Я вот много лет живу, уже больше 60 лет, но не знаю всех на земле, ну, не знаю. Круг моего общения очень узкий, очень маленький. А тех, кого я знал, забыл. Или не поддерживая отношений. Вот позвонили из Израиля, говорят, надо в Симферополе найти переночевать. Начал искать, нету, предлагают адреса хосписа. Я говорю, ну как это так? Это мой город, я там прожил 50 лет. Как это в моем городе, где я родился, вырос, нету никого, кто бы мог послужить гостеприимством? О, Зохенвей, Боже, шо ж, для чего я жил всю жизнь? Мне, честно говоря, стало стыдно. Стало стыдно. Уже думал в Саки звонить. Думаю, ну Саки не откажут, всегда примут. Молитвенников с Германии, чего не принять? Остербрюхер. Чего не принять? Пусть ребята переночуют. На одну ночь. На одну ночь. Примем. Я ж знаю. Послушайте, Господу места на земле не нашлось. Богу пришлось рождаться в хлеву. Родителям его названы, мама, папа, Йося и Марьям. В хлеву место нашлись. Люди видят, что уже рожать ей пришло. Ну давай хоть в хлев иди. В хлеву. Родился Бог всемогущий. Я иногда кричу, Господи, мне нету места на земле. А он мне отвечает,
А мне вообще не было где преклонить головы. Не то, что там идем в село, гонят, туда гонят, в Иерусалиме объявили смертную казнь. Все, бежал куда-то в Галилею. Вот почему? Почему так происходит? Почему у нас отношения отошли на второе место, а мы готовы лучше жертву какую-то принести, типа, ну, чтобы быть на хорошем счету? А отношения, боговедение где? А милость, милосердие где? Ой-вей. Вот поэтому Бог возопил через пророка. Ибо я милости хочу. Я хочу милость. Я хочу милости, а не жертвы. А не жертвы. Я хочу боговедения. Что это такое? Боговедение. Это ведение, знание о Боге, полученное опытным путем. Опытным путем. Бог возопил через пророка, и что вы себе думаете? Люди услышали? Ой-вей! 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 Матфея, глава 12 и глава 9. Ну давайте 9 сначала. Пойдите и узнайте, что значат слова Писания. Милости хочу, а не жертвы. Я пришел призвать не благочестивых, а грешников. То есть, какие симптомы, вот, у кого есть сегодня надежда на спасение? Она есть только у тех людей, которые окажут милость Господу. Вот есть простые люди, они более добрые и более открытые для гостеприимства, милосердия, чем великие и знатные. Знатные строят огороды, огорожу. У нас тут под Киевом метров 15 заборы. Зачем? Прячутся депутаты, министры, наворовали, прячут все, прячут. В банках прячут, вывозят мешками, самолетами. Ой-вей, ой-вей. Кто дает место Богу на земле? Кто строит отношения с Ним лично? Ведь это же наш Создатель. Это ж не какая-то фигура там космическая, абстрактная. Вот этот умер инвалид, бедолага, что не верил в Бога. Теперь он знает о Боге лучше. Он еще умнее стал. Вы его потом увидите, он, конечно, уже будет в другом виде, но Бога он теперь знает лучше и о Боге. Так что, неужели надо умереть, чтобы узнать о Боге? Или можно уже при жизни узнать? Может, лучше при жизни? Может, пока еще есть время, час, давайте мы послушаемся Господа. Если он хочет милости, я ему дам милость. Да, Господь. Все, я тебе даю. Сколько надо милости? Вот это ты хочешь, хорошо? Это ты хочешь, хорошо? Что ты еще хочешь? Я тебе все дам. Милость оказать надо своему Создателю. Как? Уделить время ему. Нету времени. Нету времени. Ох, бы стукнул бы, кто вдарил по темени. Нету времени. Неужели надо стукнуть по темени, чтобы появилось время? Некоторые только в больницах на смертном одре общаются с Богом. Все, уже никогда ноги не ходят, парализовало. Все, уже язык замолчал. Только глаза еще смотрят.
А в мозгах мысль, Боже, ты что, что это все, конец? Что, мне уже пора? Или спрашивает доктор, я что, умру? А доктор, потеряя ручки радостно, а как же, у нас все умирают. Денег нет уж тебе лечиться. Продлевать такую жизнь нет смысла. Ой-вей. Боже, так что, все? Уже вечность в глаза смотрит. Я ролик распространил вчера, наверное, смотрели, как люди будут исчезать с земли. Пришествие. Щух-щух, люди. Нету. Мама к ребенку, а его нету. Это будет очень интересно. Но это будет всего один раз. И что, надо ждать, пока вот это начнется? Или может быть все-таки сейчас? Сейчас и здесь. Не когда-то, а сейчас. Если он говорит, я хочу милости, я скажу, я дам тебе милость. Сколько ты хочешь, я отдам тебе всю милость. Что ты хочешь, Господь? Бери все мое, твое. Что у меня есть тут? Ой-вей, забирай. Пожалуйста. Я хочу боговедения больше, чем ваших жертв. Боговедение, познание меня, вы меня не знаете, поэтому вы со мной не общаетесь, вам не интересно закрыться в тайной комнате и провести там 15 дней. А вы думаете, что у Бога нет что сказать в эти 15 дней? Даниэль 21 день не мог вырваться из Божьих объятий. Павел был на небесах, на третьем небе восхищен при жизни. И не мог оторваться. Я знаю, что все, кто попадает к Господу в небесные сферы, назад не очень хотят. Не очень. Я помню, брат рассказывал, что возвращаюсь назад, подлетаю к диванчику, а он знал, что у него, это он пророк сам, брат. И он жену предупредил, если я умру, не хорони меня. 3 дня пусть лежит тело, не трогай, я вернусь. Мне Бог открыл, что он меня на 3 дня заберет. И он так и случилось, лег на диванчике заснуть. Ангел, вставай, пошли. Говорит, я раз из тела вышел, мгновенно. Дух мой раз и вышел. Смотрю, тело со стороны лежит на диване, мое тело. Мой футляр. А я полетел с ангелом. И попали в сферы неба. А там и шо? Там хорошо, весело. Там святые, братья, что замученные были там в концлагерях, знакомые, друзья. А, и венец. Ну, конечно, венец, но это попозже. Пока, говорит, пообщались, и что показал то, показал все. Говорит, я тебя взял, чтобы ты видел, чтобы ты верил. Ну, Павел, почему верил? Потому что видел. Конечно, блаженный невидевший. Но вы так можете невидевшими умереть. Вот это беда. А можно ли возревновать и при жизни что-то увидеть? Но почему же нет? Почему? Ревнуйте, просите. Просите, и дано будет вам. И пророк говорит, я на третий день возвращаться. Господь сказал, все, возвращайся, все расскажи людям моим. Говорит, и я с ангелом прилетаю к телу, опять мое тело на диване. И вдруг говорит, и мне туда входить, а я не хочу. Я кричу, Господи, а можно я не буду в эту оболочку опять назад заходить? Ведь вы не представляете, какое состояние, вот когда мой дух обратно залазил в эту плоть. Она говорит, такая холодная, мертвая, такая чужая, такая ну, несовершенная. Такая неприятная. Я говорю,
Вошел. И еще часа два лежал. Жена уже увидела, что я живой. Что тебе горяченького? Говорю, дай мне горячего попить что-нибудь. Ну, дала мне чаю горячего, я попил. Потом уже начал это тело распрямлять, вставать. О-о-о-о. Ах, какое тело! А в духовном теле вообще не было проблем. И летал себе, и порхал, и ощущения великолепнейшие. Вот это тело духовное, тело физическое, что вы за него держитесь, это физическое? Физическое нам нужно до момента восхищения. Момент восхищения, оп, мы покидаем. До свидания, Пава, не вернусь я вскоре. Вообще никогда больше с тобой не встречусь. Прощай, старая плоть. Вот. Я сегодня Господа вопрошал, спрашивал. Мне очень интересно моменты исцеления и физическое тело. Но вы знаете, что физическое тело, есть наука о теле, есть, конечно же, анатомия, там и психология, там и состав человека и прочее. И уже люди знают, из чего люди сделаны, тело физическое изучили. Но что такое заболевание? Почему рак? Почему туберкулез? Почему грипп? Почему что-то случается с телом? А может ли тело быть восстановлено? Господь нам показал, что да, нет проблем. Нет проблем. Во время пробуждения в Америке Азуза, 19 век, начало 20-го, отрастали ампутированные руки. На глазах у всех образовалась живая рука. И это было реально. Почему Пятидесятница так мощно двинулась с того времени? И откуда вообще появились пятидесятники? Вот это с Азуза стрит волна пошла. И там собрание длилось несколько месяцев, не прекращаясь, потому что люди не могли это прекратить. Во-первых, шла толпа на исцеление. Чудеса были такие, что там одна сестра говорит, у нее была молитва за зубы, вера была, что зубы вырастут, если их нету. И говорит, подходил человек, она вставляла палец, где нету зуба, и держала, пока зуб не появлялся. И молилась. Там, ну, это было нормально. И люди видели эти чудеса и веровали. Все молились на иных языках. Вот оттуда пошел феномен моления на иных языках 20 века. Пробуждение в Уэльсе. Люди поклонялись часами. Просто неуправляемый хор. Вот собирались сотни людей, закрывали глаза. И вот лидер пробуждения иногда даже не проповедовал вообще, не выходил на сцену. Сидел в ряду каком-то и молился, смирялся перед Богом. Вот. А Дух Божий так накрывал собрание, что как корреспондент из Лондона приехал написать статью, что это за феномен появился в Уэльсе. И он говорит, я присутствовал на этом собрании, ну, собрались люди, такая тишина, все молчат, сидят, молчат, все молча сидят. Ничего не играет, никаких оркестров, хоров нету. Люди собрались общаться с Богом. Вот сотни людей пришли встретиться, пережить боговедение, познать Бога в собрании. Вот была тема какая. И они молчали, пока не появлялся Бог. И вот они сидели, молчали, молчали, молчали. Потом, говорит, среди этой тишины женский голос начинал петь на непонятном, неизвестном языке. Потом присоединялся второй голос, третий, четвертый. Потом начинал петь хор, все, единым таким. И это, говорит, было такое, что вообще ты сидел там, не понимая, что происходит. Дирижера нету, нот нету ни у кого. И все поют, и красиво. И потом, говорит, такая кульминация. И тишина.
И опять в тишине голос. Как будто бы кто-то невидимый управлял этим процессом. Вот это я называю пробуждение. Это то, чего мы ждем. Но без боговедения не будет. Без милости не будет. Идите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Я пришел призвать неправедников. И чего их призывать, они уже призваны. Я пришел призвать грешников. А кто такие праведники, кто такие грешники? Праведники — это люди, которые не имеют нужды в покаянии. Он праведен. Сохранил от юности, юноша говорит, все, живу по закону. Господь на него глянул, полюбил, говорит, молодец, точно, правду говоришь. Но одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, а потом приходи. Только без денег, все раздай, ничего с собой не неси. Ой, эй, что за пастор такой? Пастор наоборот, давайте деньги сюда, деньги. А этот говорит, что не вздумай даже принести сюда что-то. Пойди продай, раздай, раздай людям, милость окажи. Найди там, или кому-то поручи, он раздаст, кто умеет. Давай, и потом приходи, вот, без имения своего. Чтоб тебе не на что было надеяться на этой земле. А юноша ушел в печали, потому что был весьма богат. И тогда Господь говорит, горе богатым, горе, херем, бедолаги богатые, да, они заборы ставят такие, чтобы ни один нищий не зашел. У них камеры, охрана, собаки злые. И Бог смотрит на этих людей и говорит, люди, научитесь милосердию, вы что, чему вы учитесь? Вы уже как Каин живете. Первые города и первые заборы начал строить Каин, потому что он боялся гнева, преследования. У него была мания, у него были фобии, он был уже страшно боязливый человек. И поэтому он построил город. Что такое город? Стены, башни, укрепления, бойницы. Так, все, кто в городе в безопасности, это наши. А все, что за стеной, враги. Пушки, луки, копья, все, будем охранять город. Дома поставил, двери и замки появились, замки. Замки появились, от кого замки? Вы живете без замков? Можете жить без замков? Ну, в селе может, там, где посторонних нет. И то крадут. И потом ищут кто. Анискин ищет, участковый. Ходит и ищет. Научитесь этому. Я хочу милости, а не жертвы. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. То есть в приоритете грешники, потому что сами себе грешники помочь не в состоянии. Я грешником был, я это знаю. Пока ты в грехе, тебе нужен кто-то, кто бы взял тебя и вытащил из болота. Это болото. Ты в болоте сидишь, засосало болото, опасная трясина. Ноги не шевелятся, руки еще вроде двигаются, мозги еще соображают, глаза еще вроде видят, а рот кричит: «Помогите! На помощь!» Когда мне было 18 лет, у меня была передозировка. Наглотался я веселых таблеток. Наглотался так, что начал умирать. У меня останавливалось сердце. И мои друзья испугались, что я умираю, вызвали скорую. И вот я помню эти ощущения. Качеля такая качнется сюда. Я вижу врачей. Слышу, как они там говорят, давайте глюкозу. Это что-то там называют. Потом качеля меня жух, в вечность.
Все, нету ни комнаты, ни врачей. Я в вечности. Она такая огромная. Огромная. И мысль у меня, я не готов. Но я не готов сейчас перейти. И думаю, ну если я останусь живой, я обязательно все узнаю про вечность. Буду вот это искать. И что вы думаете? Я выжил, Бог оставил мне жизнь. Переболел, Все, закончил с этими экспериментами здоровья. И начал искать Бога. И я ходил ко всем людям, кому я доверял, кого я знал, что какие-то авторитеты, мыслящие там, или какие-то умные люди, или какие-то там друзья мои. Я говорю, один вопрос всем задавал, я их всех достал. Скажи, вот в чем смысл жизни? Вот скажи, в чем смысл, для чего мы созданы, какой смысл? Ну учиться, да, ну профессия, да, ну жена, да, дети, да. А дальше что? А дальше что? Где смысл? В чем смысл жизни? И вы знаете, разные были ответы. В основном был ответ такой, не заморачивайся, оно тебе надо. Возьмем бутылочку, сейчас сядем, выпьем и забудем про все эти высокие материи. Никто не хотел со мной говорить о смысле жизни. Я начал читать философов. Григорий Савич Сковорода, прекрасный мужик, замечательный. У него памятник такой, на нем написано «Мир ловил меня и не поймал». Вот такой Григорий Савич Сковорода. Мир безбожный его ловил, но не поймал. Ушел. Вот, Григорий. И я читал, я так наслаждался философами. Потом эти всякие появились Рерихи, Блаватские, вот это все, мистика, как устроен мир, что такое Бог, какой Бог, где сверхспособности. Да, наш мозг да, на 5% работает, куда делись 95%, как их вернуть, и так далее. И было очень много у меня опыта, ну такого, года 3 я, был в поиске, везде, я залез в йогу, ногу за голову забрасывал, что только это, шнурочек сюда запускал, чистил нос. Ой, я не буду рассказывать всех подробностей, что только не делал. Ой, хотелось моральную жизнь чистую вести, хотелось чистоты, святости, хотелось уйти от этого греха. Я уже не мог ничего, ни курить, ни пить, ничего видеть. Потому что это были ценности моего окружения. А меня тянули другие ценности. И я не нашел ни одного человека на земле, который мог бы мне рассказать внятно о Боге. И что вы себе думаете? В мае месяце 1978 года я проснулся. От того, что что-то происходит в комнате. Я лежу в постели, открываю глаза, потолка нету, крыши нету. Портал. Оттуда на меня некто великий, могущественный смотрит. Я понимаю, кто, не надо ничего рассказывать. Но я говорю такие слова. Если ты Бог, и ты существуешь, дай мне знак. Знамение, чтобы я не сомневался. И мне приходит такая мысль ясная. Какое ты хочешь знамение? Ты хочешь, чтобы я сейчас блеснул здесь и явился тебе? Я говорю, нет, я не хочу, чтобы ты блеснул и явился. Я хочу, чтобы ты дал мне Библию. А я искал 3 года Библию, не было ни у кого. Коммунисты все сожгли. И фашисты. Они ненавидят Бога. Ненавидят его слово, и поэтому Библия была запрещенной книгой в Советском Союзе. Библии уничтожались с 18-го года, с 20-го, 24-го, 36-го, вообще был мрак и так далее. За Библию давали 25 лет тюрьмы, если найдут дома. Запрещенная литература, враждебная, антисоветская.
Не было Библии ни у кого. Не мог найти. Говорю, дай мне Библию, вот это будет для меня знак. Попросил и уснул. Уснул. Проснулся утром, думаю, что это было? Но уже думаю, о, что-то есть, что-то было такое интересное. И так забылся и пошел с другом, к его другу в гости. Пришли мы к нему. Захожу я в дом этого друга. Слышу колокольчик где-то там вверху, далеко. Динь-динь-динь такой. И я понял, что сейчас что-то будет. Когда смотрю на столе, вот такая книга. Большая, толстая, огромная. Я говорю, это что за книга? Сам знаю. Он говорит, это Библия. Я говорю, можно? Можно. Я как сел, они там болтают, а мне ничего не надо. Библия, у меня в руках Библия. Она еще с картинками, ятями, старославянскими. Я говорю, ты читал? Он говорит, да. Я говорю, а о чем вообще? Вот о чем? Какой суть? Он говорит, а ничего, там суета, сует, все суета и томление духа. Говорит, иди сюда, выпьем за суету. Там уже бутылка, уже гуляем. Я говорю, а где бы взять вот Библию? Он говорит, у меня Библии нет, я тебе дам Евангелие. Хочешь? Я говорю, конечно, хочу. И он мне подарил Евангелие, 4 Евангелия на старославянском. И я вот это с собой возил, открывал, смотрел и закрывал. Ничего не понимал. Потом Бог является мне второй раз. Также ночью я просыпаюсь, и портал открыт, он на меня смотрит, и я говорю, я благодарю тебя, что ты мне ответил на просьбу и дал мне Писание, но теперь дай мне человека, который бы мне объяснил Писание, я ничего не понимаю. Я не понимаю, что там написано, я не понимаю. Дай мне человека, который бы мне объяснил. И такой какой-то, знаете, мир на меня сошел. Я так уснул сладенько. Просыпаюсь. И через пару дней один мой товарищ говорит, слышишь, ты там искал верующих. Вот, говорит, я на работу устроился. Там у нас, говорит, фанатик. Он просто такой верующий, что я таких еще не видел. Я вот бы с ним встретился. Говорит, а я уже договорился. Пошли, пошли. И вот мы сели на скамеечку, и этот верующий с Библией, такое светящееся лицо, счастливый. И давай мне написано, Библия, написано. А я сижу, я аж не читаю, не знаю Библию. Я говорю, где Библию можно учить? Он говорит, я тебя в воскресенье отведу. Вот там изучают Библию, там тебе все расскажут. Он меня в воскресенье отвел в дом молитвы баптистов. Ой-вей. Я перепугался, я говорю, тут свет тушат и вот это там делают всякие штуки. Он говорит, не-не-не, это пропаганда. Нет, тут нормально. Я зашел в дом молитвы, сижу. Мне интересно, бабушки, дедушки. Выходит дядька, говорит, так, все встанем на свои ноги, помолимся. Ну, все встали, я встал. Боже, благодарим Тебя. Когда он начал молиться, я улетел, как ракета с земли. Вообще, земля где-то там, со скоростью такой. Я испугался, открываю глаза, я стою. Закрываю глаза, я лечу. Я думаю, что это такое было? Я спрашиваю, а что это такое со мной? Они говорят, это Святой Дух. Я говорю, как Святой Дух? Ну вот он, Святой Дух на тебя сошел. Я говорю, так что теперь делать? Надо покаяться. Я говорю, ну я покаяться рано еще, я молодой, мне 21 год, что я каяться. Ну, вот. Хотя я начудил за свою жизнь уже нормально. Ну, это вот такой порядок, надо родиться свыше, признать свои грехи. А как это делать? Надо выйти впереди всего собрания, встать на колени и вслух попросить Бога простить твои грехи. Вот такой был опыт. Я говорю, да не, ну это еще, наверное, не сейчас. Я встану, я пойду там, чтобы все меня видели, слушали. А что я скажу, я не умею молиться. Не, это я потом. И я уже так одну ногу к выходу и думаю, сейчас пойду домой догуливать. И тут вижу свет, появился свет там, где кафедра.
Я так заинтересовался, смотрю. Из света я вижу фигуру, человеческий облик, и он мне говорит: я Иешуа, Бог всемогущий. Я могу все, кроме одного. Я не могу вместо тебя встать и выйти вперед. Но если ты это сделаешь, вот мои пронзенные руки, я никогда тебя не оставлю. Одно мгновение, я не помню, как я встал, как я пошел. Еще там впереди меня бабушки какие-то там молились за свои грехи. Там одна голос повысила, прости Господи. Другая там подумала за кого-то плохо. Я думаю, что за грехи, сейчас вы услышите грехи. Бабушки ушли, моя очередь, я вышел, встал на колени. Но я не помню, видео тогда не было еще. Было бы интересно посмотреть, что я там говорил. Но из меня вылилось просто, вылилось столько всего, что в одно мгновение я освободился. У меня упала гора с плеч. Я встал другим человеком. В одно мгновение. Я вдруг понял, что что-то со мной случилось. Реально. И вот с 1978 года по 2018 год, уже 40 лет, дедушка Юзик идет за ним. Упорно, уверенно, радостно, весело и с большой надеждой. Вот это моя история. Как это случилось? Мое боговедение. И боговедение для меня сегодня это первое место. Я вот размышлял эти дни, сегодня, вчера. Вчера вечером, сегодня утром вообще. Я понял, что у меня очень мало боговедения. Очень. Я очень мало его знаю, очень. Слабо его знаю. Если бы я знал его так, как он знает меня, наверное, бы моя жизнь изменилась уже резко. Поэтому я понял, что в этом году, перед пришествием, очень важно нам вернуться к боговедению. То есть отношения с Богом стать на первое место. Это приоритет. Не я хочу, а ты. Не моя воля, а твоя. И милосердие. Милосердие. Когда-то ученики ели в субботу. 12 глава Матфея. В то время проходил Иешуа в субботу, шаббат, засеянными полями. Ученики его голодные были, дети, да? Начали срывать колосья и есть. То есть колосья, если почистить, зернышки вкусные. Начали срывать колосья и есть. А фарисеи, которые шли, толпа за Господом ходила, там были фарисеи. Увидев это, сказали: вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу. Субботу. Шаббат. Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и большие с ним? Как он вошел в дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни к нему, ни бывших с ним, а только одним священником Когеном. Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Вот боговедение, оказывается, правило на втором месте.
На первом месте отношения. Правила, законы, субботы, все это на втором месте. Жертвы, десятины, это на втором месте. Если нет отношений, правила уже не работают. Человек становится фарисеем. Он правила знает, а отношений нет. Вот этому пойдите и научитесь. Господь дал хороший совет. Научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Милость, это слово в иврите, переводится как жалость, сострадание, сочувствие, сопереживание. Это переводится еще как незаслуженный дар без ожидания возврата. То есть ты что-то кому-то подарил, и не надо возвращать. Хотя это ценное, но возвращать не надо. Дальше еще переводится параллельное слово в иврите как доброта. Доброта как следствие преданности и верности. Доброта как следствие. То есть, когда у меня есть отношения с вами, мы с вами уже доверяем друг другу. Я знаю, что вы меня не подставите, не подведете. Я знаю, что если я к вам приеду ночью, вы меня примете, покормите. Если у меня нет денег, я могу к вам обратиться без стыда. И вы мне поможете, если у вас есть. Вот это отношения, они должны быть построены отношения. Бог говорит о отношениях, которые выше правил. Отношения, которые выше закона. Вот противоположное слову «милости». Это слово тоже в иврите переводится как обман, вероломство, несправедливость, притеснение бедных. Еще корень этих слов обеспечить, позаботиться, и еще есть параллельные слова истина, правда. Почему? Отношения, они связаны с послушанием. Вы помните эту историю? Первая книга царств. Самуил и Саул. Саул не послушался Господа. Он выполнил часть сказанного, но вторую часть он не выполнял. Он по-своему выполнил. И когда это было один раз, потом второй раз, он услышал от пророка следующие слова. «Разве все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, сколь послушание голосу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше жира баранов. Ведь неповиновение подобно греху ворожбы, и гордость греху идолослужения. Так как ты отверг слово Господа, то и он отверг тебя как царя. То есть Самуил сравнивает отношения с Богом, как отношения овечки и хозяина. Когда хозяин зовет, она прибегает. Это, в этом есть повиновение. Когда хозяин говорит собаке сидеть, она сидит. Это послушание. Наши домашние животные должны нас слушаться. Потому что в доме хозяин не кот или мышка, или тараканы. Или собака, или там осел твой. В доме хозяин человек. Над человеком стоит Бог Всевышний. Бог Всевышний наделил властью человека, чтобы человек усмирял и порабощал животных, рыб и так далее.
То есть всю власть Бог отдал человеку. И не животные манипулируют человеком, как сегодня, а человек имеет ясные отношения с этим миром, более низким миром. И когда человек говорит, надо, чтобы животное выполняло. Иначе, как вы сможете с этим животным достичь каких-либо целей? Вот так и Бог, Он хочет, чтобы мы были управляемы через отношения. Сначала постройте отношения. Сначала войдите в понимание милосердия, милости. Я хочу этого. Я не жертвы ваши хочу. Я хочу ваши сердца. Я не хочу ваши деньги, они мне не нужны. Мне не надо золото или скот. Это все мое и так. Если мне надо золото, я его сотворю. Я Бог. Но мне нужны ваши отношения, ваше внимание, ваша любовь, ваше послушание. Потому что послушание выше жертв. Послушание выше жертв. Давайте это скажем. Послушание выше жертв. Повиновение выше, чем десятины, субботы, не есть свинину, выполнять закон, обрезание. То есть люди думают, что легче угодить, выполняя обряды. Вот спрашивают, как праздновать Пасху, как вот креститься, а как правильно молиться. Послушайте, правильно войди в тайную комнату и послушай, что скажет тебе Отец. Отец твой, видящий тайное, воздает всегда явно. То есть, Отец видит тайное, то есть сокровенное сердце. Он видит, с каким сердцем мы даем десятину или отдаем субботу, это время субботнее. Он видит, с каким сердцем мы относимся друг к другу. Но главное, он видит, с каким сердцем мы к нему относимся. Вот чему надо научиться. Боговедению, богопознанию. Боговедению, богопознанию. Михея 6. Михея, пророка Михея 6. Пророк молится. С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом небесным. Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? То есть я могу для Него зарезать весь свой скот. Я останусь, пусть у меня ни одной овцы не будет, ни одного тельца. Я Ему все отдам, не жалко. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое, плод чрева моего за грех души моей, как сатана требует принесения человеческих жертв? Есть такой дух Молох. Молох. Он жевал. Вот когда Илияху бился с Изавелью, причина была в культе человеческих жертвоприношений. Этот культ требует крови детей. То есть, раз тебе Богу ничего не жалко, отдай своего сына. А, слабо отдай, значит, ты неверующий. И люди шли на такие жертвы, что приносили первенцев своих. Интересно. Причем реально, не как Авраам. Авраам готов был принести, но Бог ему не дал пролить кровь человека. Потому что Бог наш не хищник, ему это не надо. А сатана хищник, да, ему нужны жертвы. Сатана требует от людей жертвы. Ты мало служишь, ты мало делаешь, ты мало это, ты мало то, ты мало даешь, ты мало это. Этот дух все время осуждения требует жертвы.
А Бог говорит, а мне ничего не надо, мне все равно, что ты даешь, не даешь. Мне от этого не холодно, ты дай отношения, окажи мне милость, удели мне время. Ну, 2 часа в день, 40 минут хотя бы. Ну, час, можешь со мной молиться? Ну, давай хоть с этого начнем. И вот пророк тоже задумался, чем же угодить? Зарезать всех скот свой, тельцов, овец? Нет. Вылить елей на землю. Сказать, да вот жертвую. Вот, нехай будет Богу. Нет. Первенца, может, сына принесу, зарежу? Нет. Нет. Вот он спрашивает у Бога, а Бог ему отвечает, нет, нет, нет. А потом прямая речь, о человек. Бог увидел, что у него есть богопоиск, искание, богоискание есть. И он говорит, о человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо. Айн. Любить дела милосердия. Цвай. И смиренно, мудренно ходить перед Богом. Три. И вот это слово смиренно, мудренно. Смиренно, мудренно. То есть это сочетание смирение и мудрости. Вот я посмотрю сейчас дословно. Еврейское слово еги. Быть покорным или смиренным. Быть скромным или умеренным. Быть смиренно мудрым. Так вот, смиренно мудрее рождается из богопознания. Вот смотрите, если бы кто-то убил вашего сына, и вы его встретили сразу после убийства, что бы вы сделали? Вот Каин убил Авеля. Богу дорог и Каин, и Авель. Авель, да, он более смышленый. Авель имел больше боговедения, больше, чем Каин. Каин слабо развивал эту тему. А Авель развивал эту тему. Вас не удивляет, что Бог не убил Каина и не пресек грех сразу на корню? Ну, убил бы Каина, восставил бы семя вместо убитого Авеля, и на земле бы жили праведные люди. Но тогда нарушилась бы справедливость Божия и много чего. Нет, напротив, Бог попустил еще 1000 лет жить людям в этом искаженном, испорченном мире. И среди потомков Каина выросло 8 человек, праведников. Со всей земли их было только 8. Вас не удивляет такое небольшое количество? Почему? Потому что люди отвергли боговедение. Ну, вы давайте честно сами. Сколько времени вы проводите в общении с Богом? Когда последний раз Он с вами говорил лично? Не на конференции, там, не через пастора сказал. Это не катит. Лично. Голос Божий вы слышите? Или пока еще нет? Или смутно? Или вы не различаете голос совести и голос Божий? И не различаете внутренний голос, как говорят, и Божий голос? Подсознание и сознание – это один голос. Но Божий голос, его ни с чем не перепутаешь никогда. Поэтому вот что требует Господь, требует, хочет от тебя. Чтобы ты действовал справедливо, поступал по справедливости, любил милосердие, любил, распространял это повсюду. И жил
смиренно перед Богом. Вот как это жить смиренно? То есть всегда видеть Господа, всегда. Боковым зрением, периферийным, я вижу Его. Я всегда на Него смотрю. Я могу тут фильм смотреть, боевик даже. Смотрю там какие-то фильмы, сейчас много фильмов голливудских. Смотрю, но боковым зрением на Него смотрю. И я слышу Его суждение об этом и об этом и об этом. И тогда я смотрю фильм с Ним и не набираюсь той поганой информации, которую сатана туда заряжает, 25-й кадр, знаете, в подсознание забивает. Фильмы – носители информации. И фильмы – носители семени. И это семя попадает в человека, выращивает в человеке характер. Люди все подражают, люди все копируют. Они, вот зайдешь в одну церковь, все копируют пастора. Ну, и все говорят, как пастор, и делают, и словечки те же самые. Но люди склонны, дети копируют родителей. Даже собака на хозяина похожа, ой-ой. Итак, нам сказано, что делать. Милости хочу, что хочет Бог, милость. Еще что хочет? Боговедение. Он хочет боговедение. 1 Тимофею. 1 глава. В переводе Давида Штерна. Люблю этот перевод. Написано. С 14 стиха. Благодать же нашего Господа переполнила меня доверием и любовью, источник которых – Машиах Иешуа. То все удивлялись, откуда у Павла столько любви, столько веры, столько добра. И он объясняет. Это сделала благодать в результате моего общения с Машехом. Источник этой благодати Машех – это личность. То есть, общаясь с ним, я стал похож на него. Я начал подражать ему. Я начал все делать, как он. Я начал говорить, как он, думать, как он, повторять то, что он говорит. И вот это и есть благодать. Благодатью его есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетной. Ой, вы кричите. Как все интересно. Как все интересно. Поэтому, вот слова, которым ты можешь доверять, которые достойны принятия. Машиах пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но я с Павлом поспорил бы, кто там первый, да, но я не буду спорить. Хорошо, Павел говорит, он первый, я тогда второй. Хорошо, Павел, будь первым. Это не страшно для меня. То есть, если отнять благодать, то есть, не так, если отнять общение с ним, пропадет благодать. Не станет благодати в одно мгновение. Если человек не общается с Богом, это очевидно. Нету благодати в человеке, нету. Говорит, пустословит, цитирует Писание без силы, без ничего, без огня. Нету в нем ничего Божьего. Подделка все, фарисейство, книжники, фарисеи, формалисты, все формальным становится. Ой-ой. Но тот, кто общается с ним, кто нашел источник веры и любви, тот понимает, что это не я, это не мой характер чудесный, нет. Это благодать, которая от него.
Он источник. Он личность, которая пришла в этот мир спасти таких, как я. Но именно по этой причине мне была оказана милость, чтобы во мне, первом из грешников, Машиах Иешуа мог показать, насколько он терпелив в пример тем, кто поверит ему впоследствии и в результате приобретет вечную жизнь. То есть мне была оказана милость, так как я действовал в неверии и не понимал, что делал. Так было у Савла. Он не понимал, не ведал. Но Иешуа молился и говорит: «Отче, прости их, они не ведают». Нет ведения у них, нету ведения. Они не ведают, не ведают, что делают. Поэтому прости их, Господь, Отец. Подобными словами Кефа, Петр, обратился к своим собратьям, евреям, в Деяниях 3.17. В то время как некоторые традиционные евреи относятся к мессианским евреям довольно терпимо, другие противостоят им в неверии, не понимая, что делают. Им кажется, что противясь мессианскому иудаизму, они тем самым служат Богу. Они многого себя лишают, пренебрегая Иешуа. Однако Бог многомилостив. В душе каждого есть спокойный тихий уголок, куда Бог может добраться, минуя шум и ярость, бушующие в нас. Так же, как благодать нашего Господа переполнила Шауля, который говорит о себе как о первом из грешников, прощение и милость могут преисполнить любого, любого, любого. На самом деле Шауль знал, что он послужит примером для тех, кто впоследствии поверит в Иешуа. То есть мы пример для всех. Кто меня знал, но за мной не пошли. Но тем не менее, я молился, и моя родня вся спасена. Вся. Бабушка ушла в вечность спасенная, мама ушла спасенная, отчим нет, но он ушел раньше немножко. Дядя нет, один дядя нет. Тетя ушла спасенная, еще один дядя нет, не принял. Один дядя принял, и тетя еще одна приняла. Племянница приняла, мой двоюродный брат принял. Это все ушедшие уже в вечность. Мой сын служит Господу. Первый и второй. Мои дочери служат Господу. Я и дом мой, мы будем служить Господу. Глядя на меня, уверовали мои друзья. Мой друг лучший пришел к нам в общину и покаялся, родился свыше, получил крещение Святым Духом. Принес свою первую десятину и сказал: я хочу дать десятину. Я вообще так удивлялся. Я говорю: Саня, что десятину уже несешь? Ну, молодец. Это было такое движение Святого Духа. И я тут ни при чем. Я просто о них молился, просил Бога посетить. Но благодать их меняла. Моя теща спаслась, теща моя спаслась. Получила крещение духом сразу после покаяния. И до смерти, пока не ушла в вечность, была дьякониса нашей общине. Бабушку Катю, ее пирожки знают все. Это свидетельство, благодать, что делает. Из-за боговедения. Потому что я имел боговедение. Я не верую в Бога, как все. Я верую, как Он научил меня веровать. И я еще учусь. Я повторю, что сегодня я вот размышлял. Я понял, что в сфере исцелений у меня нет ведения. А я хочу ведения.
Почему? Потому что у меня тоже ветшает моя плоть, оболочка. И я думаю, что тут нет ничего невозможного. Если Дух Божий способен выращивать новые органы, способен воскрешать разложившийся труп, если он способен забирать людей в вечность и возвращать из вечности в тело, что может быть невозможно для этого Бога? Поэтому я буду с ним еще говорить, и еще молиться, и еще получать ведение. И я думаю, когда я получу ведение, я с вами обязательно поделюсь. Обязательно. Вот о чем говорит Павел. Благодать – это результат. Благодать меня переполняет доверием, верой и любовью. Но источник – Иешуа, личность. Без встречи с личностью все остальное – религия. Религия, все это не является эффективным. Стих 17. Итак, Царю вечному, нетленному и невидимому, единственному Богу Юд-Гей-Вав-Гей, да будет честь, слава во веки веков. Амин. И тут как бы Павел вставляет цитату из таких древних священческих молитв, где он употребляет слова «Мелех Гаолям». «Мелех Гаолям» – это означает «Царь вечности», «Царь веков». Никто никогда не видел Бога, видеть не может. Но кто видел Иешуа, тот видел Отца. Я видел Иешуа и продолжаю его видеть. Продолжаю видеть, как он приходит, что он делает. Я за ним наблюдаю, а он наблюдает за мной. 18 стих. Эту ответственность, сын мой Тимофей, я возлагаю на тебя в соответствии с уже произнесенными о тебе пророчествами, чтобы ты, согласно этим пророчествам, сражался как следует, вооружившись доверием Богу и доброй совестью. Отвергнув совесть, некоторые потерпели крушение в своей вере. Дальше сражение, война. Нам нужно быть как следует вооруженным. Как мы можем сражаться, не имея полководца, не имея армии и обеспечения? Как мы можем пойти в бой, если никто нас не посылал? Хотя такое случается. Поэтому наше оружие сегодня, это доверие Богу. Полное доверие Богу. 2018 год, начинаются последние эпические битвы между светом и тьмой, между небом и адом. И церковь создана для войны. Я создам церковь мою, врата ада ее не одолеют. Слово «одолеют» – это значит «выиграют в бою». Врата ада в бою не выиграют у нас. Это говорю я вам, имеющий опыт сражений 40 лет. Не могут выиграть. Никак. Если доверие Богу не пропадет. Если пропадет, сразу поражение идет. Доверие Богу. Продолжаю доверять. Дети болели 40-39, температура, проверяю.
Доверяю. Дети пошли в школу, сегодня второй день уже. Вернулись в строй, бодрые, здоровые, веселые. Как будто никогда не болели. А как я проходил эти бессонные ночи? Доверял Богу. Доверял Богу. У меня масса сегодня сражений, где я должен выиграть. У меня есть и материальные нужды. Я должен там сражаться и выиграть. У меня есть моральные нужды. И я должен там сражаться и выиграть. У меня есть душевные нужды. И я должен там сражаться и выиграть. И есть физические нужды. И я должен и там сражаться и выиграть. Вооружившись, а доверием Богу. Приняли? А доверие Богу. Доверие Богу. Без общения невозможно. А общаясь с Ним, ты видишь, какой Он великий. И думаешь, да кто ж сравнится с тобой, Господь? Ой, как ты велик, как ты велик, как ты велик, Иешуа Машиах, как ты велик, как ты велик, как ты велик. Иешуа Машиах Адонай. Я ему пою и пою. А он великий, 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 великий. Гремели, звенели, кричали тимпаны и лики. И голос небесных мелодий сливался и лился в стотысячном хоре. Не слышал никто никогда эту песню святую, а в небо текла, как большая река, аллилуйя. И в этой могучей и сильной реке мы тонули, а сердце и руки тянули к тебе, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Доверием Богу, доверием Богу, доверием Богу, доверием Богу, доверием Богу. Это номер один. Номер два. Доброй совестью. Номер два. Мораль. Добрая совесть. Поступки, слова, действия. Это вторая составная успеха. Да, можно знать Бога, и как Валаам, слышал Бога, да, но оказался гнилой пророк. А Бога слышал хорошо, хорошо слышал. Но не выполнял. Иуда Симонов Искариот. Слушал 3,5 года. Ящик денежный, доверенное лицо, бухгалтер церкви. Ой, вы кричите. Но внутри гнилой, совести доброй не было. Поэтому такие люди погибнут. У них будущего нет. Теперь процитирую, что сказал Святой Дух. Мир аморален, весь прогнил, весь. Хорошо, что вы не смотрите запрещенные сайты, чем люди занимаются. Повально, во всех странах. Проституция во всех странах. Педофилия во всех странах. Гомосексуализм по всей планете. Коррупция разъела все общества. Обман, ложь. Непочитание родителей, нарушение всех законов. Мир аморален, он весь прогнил, и он будет уничтожен.
У него будущего нет. Если вы решили идти с этим миром, вам придется закончить так, как закончит весь этот мир. Но если вы решили выбрать все-таки идти узким путем и поете песню «Я маленькая овечка», «Я иду за ним узкою тропою в город Иерусалим», тогда он вас выведет узкою тропою, проведет мимо всех-всех-всех этих аморальностей мира. Мир весь прогнил, он уже не подлежит исправлению, подлежит уничтожению. Ишуа – это реальный шанс. Ишуа – личность. Это реальный шанс для нас спасения. Выйти из мира и водвориться в его святости – вот наша цель. То есть отойти от мира, отойти от всех похотей, забот, гордости, от всей нечистоты мира. И стать твердо на территории святости, посвящения, общения с Богом и жить доброй совестью через поступки, мораль, мысли и так далее. Вот чем мы займемся. Мы начали с пророка Осии. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». И закончим Осией, только перевод другой. «Не жертвы я хочу, говорит Господь, не жертвы, а преданной любви. Хочу, чтобы познали люди Бога Юдгей Вавгей».